Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Сейчас у многих брендов, которые выпускают автомасла, существует такая фишка – Long Life. Вы наверняка замечали на некоторых маслах, написано прямо вот на канистре. Что это означает? Что долгая служба этого масла, якобы долгая служба, что можно не менять, 20-30 тысяч – это, конечно, все это ерунда. Я вам решил сегодня это объяснить и рассказать, стоит ли на этом масле дольше ездить и насколько часто его менять. По сути, это такое же масло обычное, как вы заливали до этого. Неважно, какое оно было, синтетика, полусинтетика, неважно. Самое главное, что это тоже масло. Единственное, в чем отличие этого масла, то что там добавлены антиокислительные присадки. То есть оно не окисляется так быстро. В остальном это масло вырабатывается с такой же скоростью, как и обычные масла. Другие, которые не Long Life. Поэтому, если вы до этого меняли, к примеру, на 10 тысячах масла, то на этом масле можно проездить, ну, максимум до 15 тысяч километров. Больше нельзя. То есть, смотрите, регламент замены масла именно конкретно по вашему двигателю вашего автомобиля. Если у вас указано, что по регламенту необходимо производить замену масла один раз в 10 тысяч, то меняйте один раз в 10 тысяч. Если даже вы возьмете Long Life, это, конечно, очень хорошо. Если по регламенту вашего автомобиля указано, как, допустим, в Ниссанах, что необходимо производить замену масла один раз в 15 тысяч, то вы смело можете выезжать на этом масле до 15 тысяч, но не более. 15 тысяч и меняйте. Но я рекомендую обычно проводить замену, это в 10 тысяч километров, это бензиновые двигатели. На газу можно проездить и 15 тысяч, я думаю, там ничего страшного не произойдет. По той причине, что газ более чистый, и масло при эксплуатации на газу не так быстро вырабатывается и окисляется. А вообще, не выходите за пределы этих рамок, и тогда ваш двигатель будет служить долго и не подведет вас в самый неподходящий момент. Надеюсь, что для вас этот видеоролик оказался полезен. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы! Всем пока!